Русский мир и должен был превратиться в банальный ад, потому что все, что пахнет фашизмом, сеет смерть. Можно долго говорить о гибридности, о том, что у нас не вполне фашизм, но что с того? Любое фашистское словосочетание, прикрывающееся миром в его глобальном понимании, лживо. Арийский мир принес войну, русский мир тоже. Именно поэтому все, что происходит в последние дни, иначе как адом не назвать. В Сирии мелко и вежливо накрошили более 200 вежливых граждан России. Крошили курды и американцы. Курды начали наступление на турок в районе Африн около трех недель назад. Этим моментом решили воспользоваться командиры российских наемников из ЧВК «Вагнера». По некоторым данным, повару Путина, господину Пригожину, очень нужна нефть. Без нее он плохо себя чувствует. Вот и выдвинулись бойцы-наемники в попытке захватить нефтяные скважины под Хушамом. Движение начали 8 февраля. Как сообщают некоторые источники, командованию ЧВК Вагнера даже звонили со стороны курдов. «Разворачивайтесь!» Но в ответ прозвучало уже ставшее хрестоматийным «А это не мы!» «Ну и не обижайтесь!» И понеслась свистопляска. При помощи боевых дронов было зачищено все пространство вместе с танками и артиллерией. Четыре часа зачистки. По предварительным подсчетам погибло 215 человек. Их раскатали, авиацией, вертушками, артиллерией, ну там мать, и курды на них с американцами подперли. У пацанов просто не было шансов. Пятерка легла почти вся. Вот остатки тяжелых, сейчас тюльпан придет, мать, ночью сегодня, мать. будем тогда встречать уже. Там один взвод вперед пошел, а эти колонн стоял. И они, короче, метров 300 не, до... они, короче, метров 300 не доехали. Те, нахуй, американский флаг подняли, мать, и по ним прямо артам начало жестко а потом вертушки говорит подлетели нахуй, начали ебать всех кого там этот вот и бегали вот сейчас парня отзвонил, звонил короче в общей сложности 215 200 в общей сложности 215 200 вроде так вот били пиндосы сначала артой накрыли нахуй, вот а потом подняли нахуй 4 вертушки и в карусель запустили, короче, из крупнокалиберных пулеметов, нахуй, короче, все уехали. У наших, кроме автоматов, нахуй, не было вообще ничего. Вот, ну уж не говоря там о каком-то ПЗРК и так далее. Короче, растрепали там вообще, ну, устроили ад. И пиндосы конкретно и четко знали, нахуй, что это мы идем русские. Да. Вот. Наши шли завод отжимать, а они на этом заводе, короче, сидели. Короче, мы пиды получили вообще жестких. Нахуй. Вот сейчас мне пацаны отзвонились, нахуй, там сидят, бухают. Короче, много очень нахуй, пропавших без вести. Ну, это, короче, пиздец, вообще там. Блять, еще одно унижение. Блять, и, ну, короче, с нами нахуй. Ну, никто вообще нахуй не считается. Как с чертями поступили вообще. Некоторые называют и вовсе умопомрачительные цифры погибших от 500 до 600. Сейчас нет смысла вступать в арифметические споры потому что гораздо важнее задаться другим вопросом, а за что там воюют россияне. Понятно, что за деньги, просто так подставляться под пули никто не станет. В России работы нет, а семьи кормить надо. Вот и выскочил из табакерки вагнеровский черт-работодатель. Некоторые из этих солдат удачи уже успели повоевать и в Новороссии, а вот теперь передислоцировались южнее, туда, где Кремлевский сатана решил проводить свои адские тренировки. Они ему понадобились для того, чтобы отвлечь электорат от своих явных провалов в Украине, а еще, чтобы держать у власти своего коллегу, черта Асада, который без его поддержки и месяца не протянет. В январе 2018-го в Сочи даже случилась попытка провести конференцию по сирийской проблематике, но она потерпела провал, как, собственно, и все, что связано с путинскими глобальными милитаристскими замыслами. 215 погибших – страшная цифра. Ее не озвучивают на федеральных телеканалах, поскольку тотчас начнет рассыпаться картинка хваленой путинской стабильности – и запахнет жареным человеческим мясом. Поэтому телеящер неустанно юморит и скалится, дабы лох-телезритель не хмурился, но и не расслаблялся. Когда-то мудрые старцы из политбюро придумали словосочетание «ограниченный контингент советских войск в Афганистане». Тогда гробы поступали в неограниченных количествах, о чем также умалчивали пропагандистские попугаи, сидящие на острие Останкинского шприца. Вот и теперь братская помощь сирийскому народу в угоду Путину и его милитаристским поварятам уже обернулась кровавой мясорубкой. Все эти пропагандисты из Останкина пометом исходят от фразы «можем повторить» и «жажды пойти в штыковую». И вдруг выясняется, что воевать не умеют даже наемники. В условиях современной войны они ничто. Легкие мишени, скачущие от одной ямы к другой, а в итоге к собственной могиле. Что вы там повторите, соловьи, позавчерашних войн? Разве что пошлете в Сирию еще пару тысяч недоумков, которых покрошат с еще большей вежливостью? Все эти милитаристские понты отзовутся вам, россияне, траурным маршем Вагнера отзовутся, постучатся в дверь и вежливо скажут, мы к вам с грузом 200, заноси.